падающий Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин попал в сферу интересов 10 клубов Национальной хоккейной лиги, НХЛ. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал журналист ТСН Дарин Дрейгер. По его информации, над обменом с участием россиянина раздумывают руководители следующих клубов: Лос-Анджелес Кингс, Сан-Хосе Шаркс, Даллас Старс, Тампа Бэй Лайтнинг, Флорида Пантерс, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс, Филадельфия Флайерс, Нью-Джерси Девилс, а также Бостон Брюинс. Не исключено, что в ближайшее время Панарин окажется в одной команде с соотечественником Ильей Ковальчуком. 35-летний форвард сборной России нынешним летом вернулся в НХЛ, подписав контракт с Лос-Анджелес Кингс. Первым клубом в США для Панарина стал Чикаго Блэкхокс. С 2017 года нападающий защищает цвета Коламбус Блю Джекетс. В регулярном сезоне 2017-2018 26-летний Панарин принял участие в 81 матче, забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.